Так, ну чё, Юр, мне просьба, ты сядь на его место, и его обратно вернем туда, где он сидел. Так, эту выкини, фигня, она не нужна. Выкини, отодвинь. Пару чашечек с чаем в кадр, пожалуйста. Дай, пожалуйста. Просто не поднос, только чашечки. Так. Налил, да? Так, садись. Сейчас я просто зайду, так как у нас этот монитора сейчас нет. Так, туда. Вот здесь сидит, ага. Сейчас я в кадр зайду, посмотрю. Сейчас. Вот, все, доктор сидит в кадре. Я пошел глянуться. Вот этот мокр нас обоссали. Доктор, нас обоссали. Да. Ой, так, ну, это ты. Это я знаю, поэтому сейчас специально сажу, чтобы примериться. Это не я. Сдвинь стол туда. Нет, стол туда. Ты не понял, туда, вот нам еще туда подвинь, туда, чтобы нам просто здесь входить. Вот я вернусь на место, я сидел. Вот так сиди. Хеллоу, люди, мы тут. И доктор давай тут. Нет, доктор. Минуточку. Тут. Ты ставь вообще тире. Доктор, тире. Еще доктор дурак. Доктор слэш. Доктор слэш. Доктор слэш. Доктор собака. Доктор слэш, дурак, точка ту. Нет, да. Так. Опять пнул аппарат. Я знаю. Сейчас будем опять. Все момент, но да. Буквально не сразу же. Да. Мы видим, как будто нам входит, скажет, вот, господин Орлов вошел, что-то помощь, а только мы в кадр пригласим. И мы тогда перестроимся с тобой. Вот и после этого у нас совсем коротко должно быть уже, понимаешь? Да. Да, мне ничего делать. Пока сиди. Когда еще чинок? А мы позовем просто в кадр. Я потом все равно буду вскрывать. Я выхожу. Не надо выходить. Ага. Все равно ж не видно, кто откуда пришел, где вьюка есть, кого нету. Все лечим и так далее. Да. Ну, как будто мы дальше будем. Да. Да, отлично, да. Ну, вот я говорю, что проблема-то заключается в чем? Проблема в том, что старым лекарствам присваивают новые названия. Да. Для того, чтобы вы просто их покупали, да? Делается это почему? Ну, я уже объяснил. Лекарства все-таки по большей части исчерпали свои возможности. Я был без пиджака. А. И с ног, но сейчас это должно быть. Хорошо. Я был в фурбахе. Сейчас переберем чашечки. Да. Вот. Короче говоря, делается это все для чего? Для того, чтобы вы покупали лекарства, которым присваиваются новые названия. Это, как правило, все те же самые старые лекарства, проверенные, но присваивается новое название, чтобы оживить вас просто. Ребрендинг. Yeah. Это делается только с коммерческой целью, никаких тут, так сказать, открытий фармацевтических нет. И вообще это понятно уже, лекарства во многом себя исчерпали. Принципиально новых лекарств, действующих уже не на молекулярном уровне, а на атомарном, их нет. Поэтому присваиваются старым лекарствам, присваиваются старым лекарствам и новые названия. Поэтому само по себе вот это разделение больных на острых, неотложных и больных, страдающих хроническими заболеваниями, не, так сказать, представляющими здесь и сейчас угрозы для жизни, это совершенно нормально, это медсортировка. Тут уже начинаются дальше, ты прав совершенно, наши российские прибамбасы. Скорая не едет, она стоит в пробке, а этого врача нет, а того врача нет, а этот ушел в отпуск, а тот, не дай бог, умер. Но, понимаете? Ну, смотри, простой советский человек попросту простыл. Простыл. Да, мы с тобой уже говорили, что там минут и так далее. Отвечаю, что делать? Если температура выше 38,5 градусов, не нужно заниматься самолечением. Нужно вызвать либо скорую помощь, либо немедленно вызвать врача. Ты знаешь, опыт подсказывает, они обычно спрашивают, скорой по какой причине вызывает. Да. Вот, им придется либо врать, либо если ты им скажешь правду, они могут не приехать. Ну почему? Потому что много другой работы, скажем так. Подожди. Ну, в моей жизни много было случаев, я сам вызывал скорую помощь. Однажды у моей дочери температура была 40, я сам вызвал скорую, немедленно приехали. Ну тебе повезло. Ну вот, хорошо, мне повезло. Потому что я еще раз говорю, что у меня есть обратный опыт, он не очень богат, вот, но он так иначе есть. Когда они приезжают на сердечный приступ.
Ну, у меня такого в жизни не было. Ну, окей, это все бывает в жизни. Да, это называется пенисометрия. У тебя было. Хорошо, пенисометрия. Но я рассказываю вот как нужно, как должно быть. Да? Угу. Значит, о, Сашка. Саня, привет! Господа, нас посетил господин Орлов. Господин Орлов. Давайте пригласим его. Вот это встреча. Сейчас он присаживается. Сейчас он присаживается. А, я сейчас переступил. Совершенно случайно. Как это оказалось, вы здесь? Да. Я уже не влезаю. Ничего. Сейчас запихаем. Да. Мы тебя сейчас запихаем. Что будем со мной делать? Ничего. Просто отпустите. Да, конечно. Нет, ну после скажешь свое, может быть, мнение. Еще что-нибудь такое. Да, вот так вот в обнимочку сидите, потому что придется в тесной компании. Вот нас посетил господин Орлов. Ой, какое счастье. Птичья фамилия. Саня, поздоровайся с людьми. Приветствую, дорогие. Привет. Он еще из своей трешки пришел, он здесь болтал себе. А ты что, наверху был, что ли? Да. Наши встречи воскресные, видите, место встречи изменить нельзя, Высоцкий был прав. Нет, я бы сказал по-другому, дураки друг к другу тянутся. Или дурак дурака видит. Да. Слушай, прекрати его, понимаешь? А-а-а. Дурак дурака не видит, а чувствует. Ты ничего не понимаешь в медицине, слушай меня. Да. Это самое. Сань, мы не будем тебя посвящать. Тут мы наговорили много про лекарства, просто уж как дальше пойдет, так и пойдет. Okay. А то рассказывай тебе содержание предыдущих серий. Сказать, да. Короче говоря, Андрей, я рассказываю, как надо, как должно быть, да? А приехала скорая или не приехала скорая, я же этого не знаю. Значит, вот мое мнение заключается в том, значит, резюмируя, да? Что лекарство должно быть назначено доктором. Ну, это обязательно. Второе, что обязательно перед употреблением должна быть прочитана аннотация. Вот обязательно. Третье. Обязательно человек должен вообще лечиться под руководством врача. При каких-то серьезных неотложных состояниях вызывается скорая помощь. При заболеваниях не неотложных, еще раз повторяю, человек лечится под руководством врача. Другое дело, банальные симптомы простуды, низкая температура, ничего страшного, можно полечиться домашними средствами. Они всем известны, зеленый чай, чай с малиной, лимончик, покой, там, иногда, если надо поголодать, поголодайте, сон, так сказать, грелочка к ногам, то все, но все домашние средства. Но если температура за 38,5, если нарастают тревожные явления, если вас что-то беспокоит, вызывайте скорую помощь или обращайтесь к врачу. Так может мы выпьем за это? Да. Отлично. Мы выпьем за орган. Не будем говорить какой? Нет, мы скажем какой. Да? Да. Мы выпьем за орган, который подлежит контролю организма, но при этом сам многое контролирует. Это сердце, что ли? А? Это сердце или мозг? Ну, у кого сердце, у кого мозг. У кого по большей части вообще этого органа нет? У некоторых совесть. А у кого есть, тот знает, о чем я говорю. А я знаю людей, у которых этот орган – это пенис. Это программа следующая. А это программа следующая? Это следующая тема. Да. Насколько пенис соединен с совестью? Да. Да. Вот. Есть ли совесть у пениса? Есть ли совесть у пениса и есть ли у совести пенис? Нет, то, что у совести пенис есть, это точно. Не обязательно. Она так достает. Это может быть что-то другое. Нет, а вот есть ли у пениса совесть? Поэта вот далеко заводит речь. Поэта далеко заводит речь, поэта нужно от себя беречь. Всего доброго. Поэтому аккуратней с таблетками. Аккуратней с таблетками. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Я по этому поводу вспомнил анекдот. По этому поводу вспомнил анекдот. Это, значит, молодой провизор пришел в аптеку, и говорит человек. И ему старый говорит, ну ты пока постой, вот, мне надо отойти там по своим делам, ты пока ничего говорит, особо людям такого не выдавай, там будь аккуратен там. Вот, через какое-то время возвращается, говорит, ты что, говорит, там, кто-то был, говорит, да, говорит, был, говорит, пациент, говорит, и, ну что, говорит, у него было, говорит, там, говорит, ну, простуда, говорит, что ты что-то выписал, да, вот это вот, говорит, шпаген, говорит, вот здорово, кто-то, смотри, он стоит, кашлянуть боится. А еще у Михаила Михайловича Жванецкого по этому поводу есть очень хорошая миниатюра. Вот, да. У Михаила Михайловича Жванецкого по этому поводу есть хорошая миниатюра. Когда он просто говорит, вы никогда не пробовали принять... Снотворное и слабительное. Да. Очень интересный эффект получается. Замечательно, да. Все, могу сниматься? Снимайся. Отлично. Сашка, гениально, спасибо тебе. Ой, с вами так классно. Да вообще. Вы еще как-нибудь пригласите разочек. Ну как, нет, теперь приезжай. Это замечательно. Уже приглашать тебя никто не будет. Теперь уже приезжай. Про таблетки длинная будет. Ты же никогда не помешает. И все в темпе. Это просто очень интересно. Да. Сидишь и слушаешь, как... Ну, да, хорошо. Терапевтический эффект.